Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем готовить очень яркий и вкусный салат под названием «Мухомор» с крабовыми палочками. Салатик получается сытным, сочным и очень вкусным. Смотрите видео и готовьте вместе со мной. И радуйте свою семью не только вкусными блюдами, но и красивой подачей. Для салатика нам нужны будут следующие продукты. 2 свежих огурца, 240 граммов крабовых палочек, 5 вареных яиц, 1 банка сладкой консервированной кукурузы, зеленый лук, салат заправляем домашним майонезом, соль, перец добавляем по вкусу. Для украшения будем использовать немного крабовых палочек, перья зеленого лука, листья петрушки и 2 белка. Сначала мы займемся крабовыми палочками. Для начала разрезаем крабовую палочку, и красный слой нам нужно снять. Вот. Он нам понадобится для украшения. Белые полоски убираем с одного края и с другого. Красную часть мы нарезаем квадратиками. Они нам понадобятся для украшения. Белую часть мы нарезаем кубиками. Я знаю, что очень многие любят крабовый салат. А теперь мы сделаем красивую презентацию ему. Стараемся как можно мельче нарезать зеленый лук. Головку разрезаю на несколько частей. А теперь миленько нарезаем лук. Люблю делать салат с крабовых палочек летом, когда уже есть и зеленый лук, и огурцы. Салатик получается ярким, вкусным. Свежие огурцы я очистила от кожицы. А теперь нарезаю небольшими кубиками. Свежие огурцы придают салату сочность. Теперь осталось нам подготовить яйца. Значит, 2 белка мне нужны будут для украшения салата. Поэтому сразу я откладываю 2 белка в сторонку. Так, отложили. А теперь берем терку. И натираем яйца, остальные вместе, белки вместе с желтками на крупной терке. И желтки тоже. Белок, который мы оставили для украшения салата, натираем на мелкой терке. Затем мы смешиваем все ингредиенты для салата. Значит, натертые отварные яйца, сладкая консервированная кукуруза, свежий огурец, нарезанный кубиками, крабовые палочки, зеленый лук. В салатик добавляем немного молотого черного перца. И заправляем салат домашним майонезом. Смотрите, какой красивый, густой. Рецепт есть у меня на канале и будет в ссылочке под видео. Обязательно приготовьте, вы навсегда откажетесь от покупного магазинского майонеза. Это натуральный, очень вкусный. А готовится всего лишь пару минут. Затем мы хорошо перемешиваем салатик. Чтобы салат получился более эффектным, нужно взять большое белое блюдо. Теперь на нем мы нарисуем, ну, примерно вот ножку нашего грибочка.
Но я сначала это просто делаю как макет. Только учитывая, что салата у нас больше намного. Теперь выкладываем салат. И здесь же, конечно, будем подправлять. Ориентируясь на контуры, выкладываем салат в форме грибка. Вот что у меня получилось. Теперь я беру крабовые палочки, нарезанные, и выкладываем их вот. Каждый кусочек один возле другого. Стараемся выкладывать поближе. Ничего сложного нет, поверьте. Все просто. А главное, как будет красиво. Здесь не нужна идеально ровная поверхность или чтобы не было стыков. То есть неважно, вот просто выкладываем ряд за рядом эти крабовые палочки. Единственное, чтобы сильно больших просветов не было видно. А так вот просто по порядку выкладываем. На самом деле, когда мы завершим свой салатик, композиция будет очень красивая. Действительно будет видно, что это гриб-мухомор. Стоит постараться. Затем мы белком покрываем ножку нашего грибочка. Заметьте, ножка по толщине не должна быть, по высоте, вернее, не должна совпадать с высотой гриба, именно шапочки, потому что будет не так правдоподобно выглядеть салат. Низ шляпки мы тоже покрываем белком. Салат сочный, поэтому белок хорошо пристает. Слегка надавливаем рукой, и он вот прикрепляется к салату. Осталось нам всего чуть-чуть. Значит, берем перья лука и выкладываем на салатик. Прям слегка вдавливаем. Делаем перья разной длины. То есть должны быть и повыше, и пониже. Это же травка. Внизу мы дополняем украшения зелени петрушки. Последний штрих на салате – это сделать точки с майонеза. Чтобы действительно это был мухомор. Вот такой яркий и красивый салат-мухомор с крабовыми палочками у меня получился. Рецепт салата простой. Готовится салат очень быстро. Всеми любимый салат в таком ярком и красивом исполнении. Надеюсь, вам понравилось оформление и вы с радостью приготовите этот салат для своей семьи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!